В Музее мордовской народной культуры открылась персональная выставка заслуженного художника республики Николая Рябова. Преподаватель кафедры традиционной мордовской культуры и современного искусства каждый год старается удивить ценителей его творчества. На этот раз в экспозицию вошло 45 картин, в основном портретного жанра, в живописном и графическом исполнении, а также несколько пейзажей. Николаю Рябову позировали известные люди республики. Кто именно, знают мои коллеги. Валерий Юрчонков на портрете и в жизни. Самый известный в регионе историк, директор Института гуманитарных наук при правительстве Мордовии, знает художника много лет. Он позировал Николаю Рябову трижды. Первый раз 10 лет назад, когда рискнул отпустить бороду. Как говорит он сам, быть моделью для художника труд нелегкий. Только на этот раз стены помогали. Ну, уже привычнее вроде бы, раз. Во-вторых, ну, дома... Стены помогают, качалка у меня там, сабля и прочие атрибуты. Все это в тайне держал. Значит, вот, он, вот это должно быть так, это и так. Несколько вариантов он их предлагал, но в конечном счете вот он сам выбрал. В экспозиции персональной выставки, открывшейся в Музее мордовской народной культуры, можно встретить знакомые лица профессоров и преподавателей Мордовского пединститута и МГУ имени Огарева. И даже атамана Саранского казачьего войска. Работы Рябова лирические, передают взгляд художника на личность человека, раскрывают его внутренний мир. Конечно, внешний сходство он передает достаточно убедительно, но самое главное – это всегда портреты настроения, портреты характера. Иногда с драматичным оттенком, иногда очень лиричные по своему строю. И это дает возможность почувствовать, насколько внимателен он к миру, который его окружает, внимательно к людям, с которыми его сталкивает жизнь. О широте интересов и диапазоне искусства мастера говорят и другие картины Рябова. В графических работах ему удается передать яркую индивидуальность с помощью ограниченных выразительных средств. В экспозиции есть и тематические картины, и пейзажи родных мест под Лесные Тавлы, где родился и вырос художник. Я этим не останавливаю свое творчество. Конечно, есть некоторые разработки для будущих работ. Но эскизы, я их хотел бы воплотить, но вот этот портрет мне поможет в других работах. Почему именно я акцентировал свое творчество в данный период портретом? Проникнуться творчеством Николая Рябова можно до середины апреля. Выставка будет работать до 20 числа. Алена Москалева, Александр Данилов. Наша новость.